Скандальный экс-прокурор Дмитрий Сус теперь носит электронный браслет. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Дмитриенко. И добавил, защита Суса еще не определилась, подавать ли апелляцию по поводу меры пресечения. Вместе с тем в САП уже заявили, ведомство обжалует решение суда. Там считают меру пресечения в виде домашнего ареста слишком мягкой. Напомню, Соломенский райсуд Киева отправил экс-прокурора по особо важным делам ГПУ Дмитрия Суса под домашний арест на 2 месяца. Его подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах.